18 февраля в столице пройдет гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике «Тартылфест». Павлодарец – мастер спорта по палеотлону Алмаз Сабыр представит наш регион на данном этапе соревнований. Подробнее в следующем сюжете. Алмаз Сабыр работает тренером по плаванию в спортивной школе. Параллельно является студентом третьего курса Павлодарского педагогического университета. Несмотря на свою загруженность в профессиональной деятельности, учебу не забывает Алмаз и про занятия палеотлоном, где он состоялся как спортсмен. Занимаюсь палеотлоном с 7 класса. В 21 году выполнил мастер спорта норматив и стал чемпионом Казахстана. И закончил карьеру. Сейчас занимаюсь тренерской деятельностью. Инициатором турнира «Тартылфест» является фонд поддержки талантов при президенте Республики Казахстан. Главная их цель – популяризация спорта и реализация задач, поставленных главой государства в сфере развития массового спорта. Его призовой фонд составляет 57 миллионов тенге. А «Тартылфест» услышал по Инстаграму, увидел, Павлодарию протянулся 36 раз. Стал первым и прошел на республику. Теперь пройдет республика до 18 февраля. И готовимся на республику теперь. По словам Алмаза, тренерская работа стала для него образом жизни. И своим личным примером он показывает своим воспитанникам, что сила, упорство и труд всегда приносят результаты. Днем работа в спортивной школе, учеба в университете. А вечерами спортсмен готовится к республиканскому этапу соревнований по палеотлону, оттачивая мастерство и становясь на шаг ближе к своей мечте. А мечта у Алмаза – построить большую и крепкую семью. Став победителем, считает спортсмен, мечта осуществится. Валентина Диденко, Алексей Михедов, Ертыс Акпарат.